еще сделай, как ты нашла гнома. Она же такая, ва-ва. А цель кто? Не знаю, так, что-то... Это не футболист, нет? А, нет, нет, смотри, это у него на ножке или на шо. Видишь, это прицепил. Да, да, welcome. Ну, вот смотри, женщина дотронулась на фарт прям и побежала. Говорит, I'm sorry, извините. А да, что такой такое? Гномик, как не знаю. Может, гномик попал в тюрьму, не знаю. Так, что а, с гномиком? А к чему привязана-то эта гиря? Ну, какой-то как этому, как к трубе, что ли, я не знаю. Фу, Наташа тоже потерла его. Ну вот, желания сбываются. Вы ставите лайки и комментируете, это приятно. То есть, кто поставит лайк, то его желание сбудется? Да, по-любому. Да, только хорошее желание. Мы продолжаем наш путь. Вот переход впервые вижу, кстати, во Вроцлаве. Обычно все на земле. Посмотри, хочешь под низ, хочешь такого. Есть кофе, есть морожка, уже город просыпается. 11 часов, кстати. 11 часов в Киеве, уже такая тусня. Право, право, право. О. Ну да, в камеру вообще ничего. И вон еще, по-моему, гномик. Наташа, видите? Это бублик, да, он держит? Скрученный или что? Вон, бачишь, они продают. Ну, какой красивый. Преску, смотри. Угу. Это очень умно сделать бублики и сделать гномика. Ну и там уже она, я увидела, Наташа увидела еще за углом. А ну-ка это пирожками с мясом пахнет. Фестиваль науки. Мыслитель, ученый. А, вот, да, и каждый себе подгоняет гнома, смотрите. И вот такой же Дальнославский фестиваль науки. Умно, ничего не скажешь. Вы тут не были, а вон площадь рынок, да? Какие-то, а вон площадь рынок, мне да? кажется, уже. Может быть, а вон направо посмотрите. А ну что, друзья мои, похоже на площадь рынок? По-моему, да. Да, что посмотри, какие острии. Ага, через конечное здание. Там живет Снежная Королева, точно. 100%. А вон буквы какие, смотри, как деревом сделано. И ворона сидит. Интересно. Да. Уже зеленый нам. А вон еще это все. Ну, куда ни повернись, везде. Да, голова только крутится там. Соборы. Раз, два, раз, два. Какие гном большие. Ого, там гномище целый. Ладно, сейчас подойдем, посмотрим на него. Да, смотрите, какая-то такой гном прям с попцом сзади симпатичным. Это как... Ой, он что-то держит. Это не гном, я скажу даже. Ну, поэтому это не гном, по-моему. А ты видела такую женщину какая-то, да, как статуэточка маленькая, такую похожую. Красавец. Симпатичный. Мне кажется, вон я увидела, кстати, гномы, по-моему, там сидят внизу, где-то внизу. Не дети, не а дети. Ух ты. Находим и находим гномов. Знаете, это увлекательнейшая тема. Ну, как-то к вечеру они все равно пропадают. Да, только вообще, что реально. Они уходят спать куда-то. Ох, жарит на улице. Сердечком, это он шоколадки что ли раздает? Не знаю. Не знаю, просто Юнисеф, ты посмотри. А вон что-то в котомочке, прям рюкзак. Ну, кому нужно? Красного Юнисек. А этому гному, по-моему, Юнисеф, а не Юнисек. Главное, что не Юнисекс. Так, веселый велосипед. И мы идем с вами дальше на ловлю гномов. На ловлю гномов. Их нужно ловить, пока день. Жара. 32 снова, видимо. Будет, но обещали дождик. Может, будет полегче. Вот, сейчас перевожу вам. И уже как-то видишь, когда что-то вот такое под мусоркой или где-то такой, думаешь, гном. А подходишь, надо бутылка. Гном с самолетом и с поездом, да? Да, и карта вон. Видишь, он выбирает, куда поехать. Самолетом, поездом, машиной. Видишь, путешественник, наверное. Вот же рюкзачок у него. Мапа свита. Карта мира. Привет, гном, привет. Сейчас, наверное, пойдем уже по тени погуляем, потому что жарко очень. А, друзья мои, ну вот куда мы сейчас идем. А, помните, мы были у вас с вами
Святой Марии Магдалены, смотрели там сувениры, была там лесенка. Потом мы посмотрели, узнали, что там Ведьмин мост, куда можно зайти. Может, там и недалеко подниматься, не высоко, но там Ведьмин мост, куда нужно попасть и посмотреть с Ведьминого моста, который соединяет обе башни на город. Вот, кстати, две башни. А Ведьмин мост, наверное, отсюда не видно. Сейчас, подождите. Я людей вижу. Тени людей. Ага. Вот на левую стенку, вот там тени от людей. Вот там вот мост. Вон, видишь, вон, головы вон, видишь? Так что сейчас мы с вами туда и заберемся. Ну все, ставьте лайки, мы пошли. Ух, людей мало. По сравнению со вчерашним. Покажи билетики, Наташа. Зараз. 15 злотых. Здесь можно и наличкой, и можно и картой. Мы картой заплатили. Это для взрослого. Все, ну вперед, наверх. Эти гномики, ну я не знаю, это красота такая, ну дороговатые сувениры, конечно. Придумали все. Стоп, купи билет, а будь этот. Мы купили, мы же купили, что-то, на, проходим. Держи, Наташа, придержи. Ну что, друзья наши, сколько мы с вами карабкаемся в этой жизни уже? Во Львов карабкались, в Эльжбету карабкались. О, прям мы зашли, такая толпа людей сразу. И здесь такие вчера. Да не будем мы лезть сюда, что это такое? А потом, как почитали, ай-яй-яй. Надо лезть. Как-то сыростью пахнет, аж как-то прям подзабилось у меня. Ага. Тут еще можно смотреть какие-то старинные всякие интересные вещи. Не, Наташ, иди вперед, все нормально. Фух. Ну, тоже люди идут. Так, доберемся и включимся. Наташа говорит, слышишь звуки? Специально тут ведьмы. Специально для нас напустили ведьм. А, ну звуки, да, слышу. Как в пещеру страха. Отсюда, наверное, да? Ведьмы, ведьмы. Мы вас не боимся. А здесь что, отвалить грешки надо? Ага. Ну вперед сбираемся. А, там тоже прилично, да? А, ну ясно. Пошли. Темнота такая, смотрите, мы просто даже чуть-чуть подсвечено. Ага. Типа крики ведьм, да? Тут немножко и можно навернуться. Ступенек вообще не видно. О, вышли на свет. Вот. Такие приколы, запугивание туристов. Привлекает публику. Фу. Ну что, как обычно, вспотели. Подъем неплохой. Жесткий для моего колена. Видите, что-то рассматриваю там. Так, ага, тут ведьмы небось, да, давай пойдем. Да, или кающихся душ. О, господи, темень такая. Наверное, просто... А, хотела уже выключить. Но туда еще идти, смотрите. О, вон. А. Ага, это ведьмы все. Шабаш был. Так, давайте уж сберемся и там включимся уже. И идем, продвигаемся. Кстати, очень жарко. Со в той башне было в ратуше Эльжбеты. Было, конечно, так прохладно, классно. Здесь просто вообще. Фу. Здесь еще переться и переться. Ёлки-палки. Ой, лайк поставьте, пожалуйста. Поверить не могу. Добрались. А было ой-ой-ой как. Кстати, стромненько, чтобы оно под ножками-то не провалилось. Ты меня запускаешь? Да. А вот и мостик. А, ух ты, красота. Вот. Ого, нагревается. Загадывайте желание, мы на мостике ведьм. О, это красиво, действительно. Очень это... красиво. Где мы были? Это не... А вон Эльжбета, вон Эльжбета, вон. А, ну вот там были. Да. Сейчас там конце. У воды. А вон это. А? Да, гномики вижу. Так, там еще нужно пройти, чтобы зафоткаться. Сейчас люди идут. Хочу хоть посмотреть, что за гномики такие. Ага, монетки накиданы. Ого, сколько там монет? Ага, я вижу. А там кошечка еще. Да не, я не про это говорю. Внизу монет. Вон монет. Ого! Если, что, можно если вы видите. Вообще
дайте хоть насладиться. Это, наверное, ведьма дает нас наставление ведьмочке. Красиво. А, это люди кладут эти монеты? Не знаю. Наверное. Вот они и падают. В общем, кому нужна мелочь, народ вам сюда. Кому нужна мелочь. Давайте пройду сейчас. Здесь выхода во вторую башню нету. Ух. Хорошо, честно, под ногами эта крыша есть. Честно, вот. А так было бы стрёмненько мне. Смотрите, сколько людей. Ух. Недавно мы стояли там, теперь мы здесь. О, вообще, конечно. О, и здесь монетки есть, кстати. Надеюсь, вам что-то видно. Фу. А вот теперь здесь прохладно. Мы вспотели, футболки мокрые. Наташ, ну что, классно? О, прикол. Жарко, конечно, но шикарно. Сейчас, подождите, подождите меня. Грим весь, потек. Там столько мелочи, что там, что там. Да, ты только не спустишься, Женя, как? А что, скалолаз? Вот, друзья наши, вот такой был подъем, и это того стоит. Сейчас такой легче, да, чем на... Я опять забыла, на... Как он? Эльжбета. Эльжбета как раз за нами. Ну, тоже гарнизонный, да? Да, гарнизонный храм Эльжбета, и очень нам понравился гарнизонный храм во Львове. Да, классный храм. Горизонт падает. И палка падает, к сожалению. А вон Тумский остров, кстати. Ну вот же. Вот туда мы очень хотим попасть. И уже попали. Может, да, и видео-то уже и выложила. Слушай, с ума сойти, здесь такая холодный металл, да? А там просто прикоснуться нельзя. Ну, потому что, да, солнце и все. Да. Ну, вообще классно, красиво. Вообще здорово. Мне кажется, мы по тому мосту переезжали, когда ехали во Вроцлав. Вот этот красивый мост, видишь? С белым таким. Да, вот да, этим. Да, вот эти тросы белые. Да, может. Ох, ну, видео, как мы добирались, конечно, и из Киева в Пшемысль, и на автобусе потом. Уже есть на канале, смотрите, спрашивайте, если вам что-то можно надо. Можно мое никому не интересное мнение? Все-таки площадка на ратуше во Львове сделана шикарнее. Там вот эти натянутые тросы, конечно, аккуратно, чтобы по лицу не попали. А так можно, вот для моего роста можно выглянуть. А на этой Эльжбете я как это, знаешь, то так, я не могу смотреть. Там какую-нибудь подставочку бы с собой носила. Реально, какой-то стульчик. Было бы круто, да? Да, ну вот реально, ну, теряет свои. Давайте интересы, еще раз с вами решетки. Посмотрим. Вид, полюбуемся на Вроцлав. Так, надо узнать, какая самая высокая. Куда мы самая высокая, да, где мы перлись пешком? Да. А ты видишь, там площадка на этом еще? Пассаж это что? Я пока обзор снимаю. Угу. Просто все показать. Тебе нету на спине? Где? А вот, вот зеленый купол, видишь? Ага. И там такая как площадка, не знаю, что там. Ну, прикольно, чистучки, да. Чистучки. Для акробатов, видимо. Так эти домички разноцветные. Ну, какая же красота. Вот просто настроение. Там разноцветные, там разноцветные. Все-таки черепица, одно из самых классных мест. Столько выигрышного материала. Ну что, видео понравилось? Скарабкались с нами, просто взлетели очень быстро. Ставьте лайки, пишите комменты, нам будет приятно. Спасибо. А вон какая терра.